Сахалин – место невыносимых страданий. Жалею, что я не сентиментален. А то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, писал Антон Павлович Чехов в конце 19 века. После публикации книги «Остров Сахалин» колониями заинтересовались Министерство юстиции и Главное тюремное управление, которые отправили на остров своих представителей. Они назвали положение дел на Сахалине неудовлетворительным во всех отношениях. Был проведен ряд частных реформ. Отменены телесные наказания для женщин, изменен закон о браках ссыльных, увеличена сумма на содержание детских приютов, отменена вечная ссылка и пожизненная каторга. Мы можем только догадываться о невыносимо сложных, нечеловеческих условиях жизни на острове,